то есть угрозы своей группе, не голосовали. Понятно, что свое важно не дело, но в этом месте важно, чтобы вы критически относились. То есть вы смотрите на всю совокупность угроз, которые были выложены, и там голосуете за те места, вокруг которых мы с вами будем делать следующий этап методики. Меры поддержки. Перед тем, как перейти к проектному развитию. Понятна ли задача? У каждого два голоса. У каждого, не у группы, а у каждого два голоса. Голоса можно ставить два на одну карточку, по одному на две. По два на две ставить нельзя. Потому что голосов всего два. А в течение обеда это можно сделать? Или это можно сейчас? Сделать в течение обеда. Лучше сделать сейчас. Нет, долго.